Здорово, Империя! Микрофон Артём, канал SnowWorld TV. У меня очередная новая игра. Посмотрим. Чё-то я не вижу, что здесь есть русский язык. Ладно, фиг с ним. Так. Август 28-е, 33-й год. 2020-33-й год. Так, Е нажмите. Ага. Так, а можно это болтовню скипнуть? Как-нибудь. Ой, у нас есть инвентарь. Так, прилетели на место преступления. Далекое-далекое будущее. Судя по всему, машины летают. Ну, как бы очевидно, машины летают. И, в принципе, в фильмах тоже машины летали. И нам показывали, что у нас будет будущее с летающими машинами. На самом деле нету летающих машин. И даже в 2233 году машины тоже летать не будут. Так, а что такое нарисовано? Что это? Что за кнопка? А, это правая кнопка мыши, чтобы вы понимали. А, наверх там. Ой! Ой-ой-ой! Кто заметил-то? Шипы были. О, зомбики! Ой, они стреляют. Знаете, на что похоже на этот? Блин, про игра, про где за пулю играешь? И отстреливайся. Как же называлось-то? Данжен что-то там, да, по-моему? Даже звуки такие же. Ящик. Пистолет. А, по-моему, одинаковый, да? Вроде да, что-то два одинаковых пистолета. Опа, не ожидал, да? Так, еще бандиты. Давай. Подходи. Одного зацепил. Опа, нифига с дробовиком. А! Не попал. Так, это что? А, свой. Ёпт. Заключенный. Допрашиваем, короче. Добрый и злой полицейский. Допрашивает. Dead Blade. Какой-то криминальный, да, вот этот? Якудза. У него катаны вместо этих шпажки. Маска. О, у нас стоит три сердечка сверху. 1000 жизней. 1000, вернее, денег. Один ключик. О, что-то пошло. Пятнадцать лет спустя или 15 лет ранее? Спустя, наверное, да? Ну, типа годами раньше. Нам, кстати, стрелка показывает, куда идти. Двигаемся. Сюда куда-то. Так, new shop name. Ну, так. Да. А, это магазин. Мой свой магазин создал? Блин, все по-английски. Видите, я могу поставить. И поставить, сколько он стоить будет. А, я такую игру, кстати, видел, примерно такую же. Типа у нас свой собственный магазинчик, а чтобы что-то продавать, нужно это что-то выбивать.
Для этого нам нужно, видимо, куда-то ходить на какие-то задания. Только там было всякие мечи, топоры продавались. О, карта. Так, это ты кто? Вилком Лара. Так, попиздели, это хорошо. А карта есть, да? Инвентарь вижу, карта внизу, но что-то она очень маленькая, я не понимаю, куда идти. Как посмотреть карту поближе? Так, пошла жара. Живучий капец. Умирать играете, нет? Так, это что такое? А! Это была граната. Так, ну пистолет не такой эффективное оружие, хочу что-то другое. А, вон я продвигаюсь. Так, что такое? Что-то кричит кто-то. Так, с ним деньги падают. Хорошо. Так, отлично. Смотрите, у нас есть проходы вверх, по-моему, и влево, да? Насколько я понимаю. Уточки всякие. Сюда пойдем. Так, что-то можно купить. Black Reaper. А это что такое? Skill Hunter. ТПС 18. Металл детектор. Хм. Это самый дорогой. Ага. И чё он? Чё можно найти? Деньги, прикинь, нашел. Прикольно. Так, ну какой-то данж. Спустился. Ага. Это босс сейчас будет? Ёпт. Тихо. Аккуратно. Так, стоять. Он еще непроизвольно летает. Воу. В него еще попасть надо, блин. А, задел. Подлюка.
Блин. Да ёб, ну как так-то? Это демон какой-то. Почти же убил. Оружие говно на самом-то деле. Что пистолет, что это автомат. Но другого не имеем. Ты чё, ад? Так, я в больничке. Наверное, да. Так, я... Ага, Эден Блю. Опять сюда надо, да? Поехали. Так, а можно вниз сходить, да? Давай вниз сходим. Чё тут? Опа. Так, тихо. Это злой. Вот где вопросительные знаки, надо туда идти. Засада. Чуть-чуть не попался на засаду. Так, ты чё тут? Ган. Don't have... Подожди, а был же ключ? Кто украл ключ? Как так? Был же ключ. Мощнее пистолет, чем тот. Так, давай вниз сходим. Что-то у вас немного на душу населения-то вылазило. Нет? Пойдите подохнуть. У меня жизнь осталась. Полсердечка. Так, капец их тут. Где что-то есть внизу. Блин. А чего? Так много оружия, так мало. Так, и что тут у нас есть? Какая-то штука. Не нажимается. А, это походу телепорт какой-то. Ниже чем-то, чем-то. Так, трупы не воскрешаются, это хорошо. А, так у нас бесконечно, да, кувырок? У нас нет выносливости никакой. Здесь это хорошо.
Упана. О, так. Так, мне это больше нравится. Какая-то двустволка или трехстволка. Но убивает она хорошо. Пожалуй, с ней побегаю. Я в кустах спрятался. А, 5 патронов здесь. Правда, патрон кончается быстро. Что это? Магазинчик, магазинчик. А, это эффект снова снежного этого, да? Лазер этот какой-то. Ладно, возьмем вот это и вот это. И как этот пить? А, она сразу стоит. Ну, допустим. Вот там робот классный. Смотрите. Нам куда-то... А, ну вон мы... Отдайте обратно к тому боссу, что ли? Сходим. К тому боссу пойдем. Опа, это загадка. Тут нужно по Райс Оверлорд демон. Пу-пу-пум. Неправильно. Вот так, потом так, потом так, потом так. И чё? Ничего не происходит. Хотя правильно. Пистолет. Заберем. Патронов, кстати, 6 штук осталось. А где взять... патроны. Ух ты, 300 монет стоит. 200. Блин, смотри, а как, а можно что-то продать? Продать тебе можно что-нибудь? Нет, да? Обидно. Ладно, попробуем еще раз шлепнуть его.
тут сосредоточен просто. Я убью его. Может, не убью. Да, блин, граната как-то под жопором взорвалась. Эх. Пу-пу-пу. Сколько у нас времени прошло? Ладно, давайте. Давайте, наверное, еще один забег. Попробуем. И здесь вообще магазин оружия, интересно. Давайте еще один забег. Он не трудный, да, но там помимо него еще бомбы появляются. Которые прям реально появляются прям ниоткуда. О, а прицел лазерный что-то остался. Опа. Дабл шотган. Но не очень. Нет. Намного хуже пистолета. Слишком долго стреляет. Слишком мало наносит. Пистолет вон сколько выплевывает патронов. Это чё? Вот это тоже неплохо. Но тоже дамаг не такой. По 21 патрону выскакивает. А у пистолета, по-моему, по 23. Но купить ничего нельзя, потому что денег не хватает. Бля, смотрите, снайперка. Вот он. R280. ДПС 21. У этого ДПС 23. Минус... А, давайте вот это возьмем. О, а у него патронов куча. 20. Вот это, кстати, тема. Меньше перезаряжаться. Больше ДПСа. Ой, 24. Вот это нормальное оружие. Ай-яй-яй. Вот это я понимаю. Дальность хорошая и расстрельность нормальная. Сейчас мы его убьем.
Все, ты труп. Готов. А, квест комплект. Мне нужно было его убить. Харакири. Да, отлично. Двести монет дали. За убийство. Так. Теперь я могу начать продать, да? В своем магазинчике. Смотрите, магазинчик ворум. Давайте что-нибудь поставим. Сколько будет стоить? Marketplace примерно. Ну, сотка пускай будет. Да? Здесь дробовик. Ну, 110 пускай. И вот это. Нет, это пистолет. А тот себе оставим. 200, нифига себе. 250 пускай. 240. А? Вот так вот. И что тут надо еще нажать? Это что такое? Closet. Типа opening. Тут все написано. Ой-ой-ой, тут пришел. Оружие пришли покупать. Здравствуйте, приходите. Только хорошее, только новое, только качественное. Хорошо, деньги заплати. Как продать? А, все, отлично. Проходи, покупай, налетай. Оружие качественное, хорошее. Все смазано. Апгрейд шоп. Нормально. Вали отсюда. 400 монет заработали. Берите, я закрываюсь. Одно оружие осталось. Чё, как так-то тебе не понравилось? Берите. Есть же одна пушка. Отлично. Так, все, нахрен пошли. Магазин закрыт. До свидания. Так, доброе утро. Новый день, новые возможности. Так, смотрите, здесь есть медикаменты. Танцпол какой-то, Эден. Что здесь делают люди? Тут никто не танцует? Странно. А, кстати, мне нужны жизни. Вот здесь медпункт. Так, подлечиться на фул. Блин, тебя ты жадный, конечно. Все деньги меня потратил. Вылечить меня. Так, ладно, давайте здесь останавливаться. А, нет, сейчас уже. О, там же еще и внизу есть. Биотек. System Technology какой-то. Что, может что-то улучшить? Импланты какие-нибудь кибернетические. Есть что-нибудь такое? Нет, тут ничего не нажимается. Так. Приходите завтра, закрыто. А где оружие? Дракс, таблетки какие-то, что ли? Так, в общем, короче, сейчас тут еще... Не, не заходит, да, сейчас? Прикольная игрушка, интересная. Любителям пиксельных таких вот стрелялок, в принципе, берите как бы на вооружение. Почему бы и нет?
Так, ты тебя что продается здесь? Квест-комплект. Какой-то квест выполнил, сам не знаю какой, но выполнил. Оу! Меня выкинуло с ошибкой, при этом давайте на этом закончим серию. Классная игра. Всем, кому понравилось, берите на вооружение. С вами был, как всегда, Артём. Подписывайтесь, комментируйте, жмите колокольчик, приходите на стримы. Увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.